Один против шести фашистских истребителей. Воздушный бой для летчика Николая Гурьева в битве за Москву стал последним. В районе села Васильевское он попытался посадить в свой подбитый самолет, но неудачно. Место гибели героя для жителей поселка санатория имени Герцена по сей день считается особенным. Место, там оградка, фотография летчика. И каждый год 23 октября, день гибели этого замечательного летчика Николая Гурьева, мы в школе всегда вспоминаем, проводим линейку. Даже я писала стихи о нем, чтобы детям легче это было воспринимать, всю эту историю. Вот такие герои сражались за наш поселок. И в годы Великой Отечественной таких было немало. Память о каждом бережно хранят местные жители, краеведы, учителя. Ирина Александровна Рачинская основала в школе музей боевой славы. Главный инженер санатория Сергей Михайлович Веденеев разбил в центре поселка сад ветеранов. Видно, что вот это дерево, это яблоня, она пережила своего ветерана, потому что их уже мало осталось. Мы видим эти стволы, но они держатся так, как держались наши солдаты во время войны, не сдаются до сих пор. И таких яблонь, конечно, становится меньше, но они есть. Являясь бывшим фронтовиком, Веденеев задумал его неспроста. В одном из своих боев ему пришлось разбомбить фруктовый сад, где прятались немцы. Советские летчики поклялись, если выживут, обязательно станут обустраивать общественные сады. Теперь о деревьях, высаженных ветеранами, заботятся школьники. Современные школьники в наше уже мирное время не только поддерживают сад, но и высаживают новые деревья. И вот уже есть свежие плоды. Все это есть благодаря героическим защитникам Герцена, бойцам 50-й стрелковой дивизии. На окраине поселка расположен некрополь советских воинов, братская могила 12 военнослужащих Красной армии. Недавно памятник обелиск был полностью отреставрирован. Когда мы до первоначального слоя дошли, по фотографиям, по старым, они черно-белые, подняли, как он должен выглядеть, этот памятник первоначальный. Восстановили фундамент на нем. Незримой, но прочной нитью соединили эти деревья памятники истории жизни защитников нашей Родины сразу несколько поколений. Они бережно хранятся жителями маленького поселка. А мы подробнее расскажем о них в нашей программе «Про округ». Полина Бахова, Станислав Трифонов, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».